Ну, на самом деле, в полном зале вообще просто такая атмосфера. Прям играешь и получаешь удовольствие от этого. Несмотря на это, твои болельщики, не твои, все равно как бы после забитого мяча все кричат. Ну, в общем, атмосфера просто бомбическая. Трибуны очень сильно гонят команду соперника вперед, потому что мы все-таки в гостях. Вот. Я очень рад, что у нас получилось все-таки преодолеть и какой-то небольшой мандражик. И трибуны, возможно, даже помогали нам и заводили нас больше, поэтому я очень рад. Встретимся в Уренгое. Играл протокол? Как говорит сам Локомотив, мы неудобный для них соперник. Вот. Пользуемся этим. Вот и все. Yes, we are very happy because they are big team everywhere, but especially here they are very strong. So we knew we needed to play with big focus. So yes, we are happy because we did it and we know we can do it again. So yes, we will go to Novigrad to try to do it again. Болельщики Факела, приходите на второй матч 1/4. Просто удивите всех, чтобы Локомотив ничего не понял, не смог сделать. Просто чтобы они слышали только факел. Зажги факел.